Краснодарские медики сделают подарок горожанам на Всемирный день борьбы с туберкулезом. Все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию. Сегодня и завтра обследования будут проводить в противотуберкулезном диспансере на Новокузнечной и в его детском отделении на Таманской. Также у первой поликлиники рядом с рынком на Восточно-Кругляковской будут стоять передвижные станции. Обязательно нужно взять с собой паспорт и медицинский полис. Врачи-фтизиатры напоминают, флюорография – самый точный способ диагностики туберкулеза. Ежегодно в крае снимки делают 4,5 миллиона людей. Заболеваемость туберкулезом в крае за последние 5 лет снизилась более чем на 40%. И наши показатели лучше, чем в среднем по России и по Южно-Федеральному округу. В среднем в год заболевает 30-40 детей и около 1500 взрослых. Кроме того, горожане могут сделать УЗИ, кардиограмму, измерить давление и определить индекс массы. А врачи-фтизиатры проведут развивающие лекции о туберкулезе, чтобы каждый пациент был предупрежден, а значит вооружен.